Всем привет! Сегодня 30 января 2020 года. Буквально вчера мы делали наш предыдущий обзор. И сегодня мы вновь вернулись на Рыбальский полуостров, чтобы посмотреть, как на Подольско-Воскресенском мостовом переходе начнется первый этап перемещения пролета. Пролет – это на заезд с улицы Верхний Вал на новый мост. Как я уже говорил вчера, будет происходить он в несколько этапов, и сегодня первый этап – это будет его поднимать на мамонтятах, приподнимать точнее, и каким-то образом разворачивать для уже придания ему положения того, после которого его будет поднимать на самый верх. Поднимать его будет порядка на 15-метровую высоту. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступать в нашу группу в Facebook, подписываться на нашу страничку в Facebook. Мы продолжаем следить, что у нас на Рыбальском полуострове, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Так как это неудивительно, мы нашли наш пролет в том же месте, в котором мы его оставили вчера вечером. Но если мы присмотримся, мы увидим, что тележки SMTP уже не просто под него позиционированы, но пролет фактически на них уже почти опирается. Он на сантиметр примерно отошел от временных опор и сейчас расположен на подкладках из железного дерева, которые всегда используют голландцы для подобных мероприятий, и на специальных фанерках, которые уже регулируют там тонко в пределах сантиметра. В принципе, сейчас уже полная боевая готовность, все выставлено надлежащим образом для перемещения. Пока мы ждем начала процесса, мы видим, как активно работают ребята из 112-го мостоотряда. Два крана задействовано, и мы видим эти связки огромной арматуры. Сейчас все это подается наверх. Вчера мы были как раз вот на этом месте, которое я вам сейчас показываю снизу. Там сейчас происходит вязка каркаса и установка опалубки для следующей захватки. И мы видим уже явно под высоту мамонтов стоит подготовленная балка. Интересный такой кран МДК-404. Кстати, далее я вижу еще балки стоят тоже для автопроезда и куда-то, похоже, бетон привезли, пока я еще не знаю куда. Но мы видим, как кран поднимает очередную связку арматуры наверх. Мы с вами находимся у подножья 17-й опоры. Пока у нас есть немного свободного времени, мы смотрим, как эта опора сделана снизу. Видим огромное такое отверстие. Скорее всего, здесь будут какие-то технологические ворота. И сейчас мы заглядываем внутрь опоры. Видим, какой здесь колодец на всю опору. Зато сегодня мы уже можем наблюдать ребят из 112-го наверху опоры. Потому что вчера они занимались подготовкой. Мы видели опалубки для подферменников на стойке, стоящей в воде. И также сортировали и отгружали опалубку, демонтированную с опоры. Сейчас продолжается работа по вязке каркасов арматурных. В ближайшее время, насколько я знаю, будет опять что-то бетонироваться на опоре. Поднялись на самый верх и видим со вчерашнего дня, какие изменения произошли. Были выставлены специальные направляющие определенного профиля для установки следующих плит опалубки. Ребята стремительно продвигаются. Yeah.
Видим, ребята, что они делают. Они зачищают арматуру, связанную в стык. Обрабатывают швы. Видим, здесь уже потихоньку свозятся все необходимые оборудования для бетонирования. Виброрейка, вертолеты. Еще раз напоминаю, что ожидают бетонирования 2 числа. Сегодня у нас 30-е. Сейчас мы смотрим на первую опору заезда, если смотреть со стороны моста. Видим, что же там под тепляками. Под тепляками действительно находятся забетонированные подферменники. Кстати, предваряя ваши вопросы, если вы мне попытаетесь спросить, а что это на поверхности пролета, похожее на кратеры ржавчины, на самом деле я вчера там прошелся. Это сбившийся песок от пескоструйки, который вот в намокшем состоянии такие интересные узоры оставляет. На самом деле поверхность пролета идеально ровная, гладкая. Как я уже говорил, здесь такой металл используется, что там какой-то слабенький слой ржавчины его может хватить. Но на самом деле этот мостовой металл, он может лежать десятилетиями. Ничего с ним особо не происходит. Какие-то легирующие добавки, которые препятствуют ржавению. По голландской традиции мы снова кого-то ждем, прежде чем начать перемещение пролета. Поэтому у нас появилось несколько минут времени для того, чтобы прогуляться под арки и посмотреть изменения со вчерашнего дня. Мы видим, что кран переехал на другую сторону. Это нам говорит о том, что там закончили первоначальное крепление консольной плиты. А здесь, скорее всего, он будет работать по демонтажу этих временных поддерживающих конструкций. Кстати, еще хотел внести ясность. Были непонятки в комментариях. В личку мне писали по поводу консоли. Сколько же все-таки необходимо смонтировать еще. На самом деле, просто я вам рассказываю это все простым языком. И для меня вот это вот консоли, которые по бокам простой формы, это я их называю прямыми консолями. Тут с ними все более-менее просто. А вокруг арок, вы видели, там уже одну консоль установили. Я вам показывал, насколько там сложно и проблематично все это устанавливать. И я это называю как одна консоль вокруг одной арки, вторая вокруг другой. Но на самом деле, с технической точки зрения, с точки зрения монтажников, это очень сложное соединение различных деталей. Вы видели, я вам когда-то даже показывал, как ее собирали на стапелях, эту консоль. То есть это на самом деле, как бы она идет там из многих единиц, которые на стапелях выставляются, свариваются и делаются вот такое вот изделие, которое после этого так достаточно трудно устанавливается краном. Еще к нему потом приделываются какие-то уже по месту части. Поэтому, чтобы не было непоняток, я это называю одной консолью вокруг арки, но на самом деле там их целая куча. Надеюсь, теперь уже не будет разночтений. Мы слышим звуки болгарки, раздающиеся откуда-то из-под пролета. Думаю, что мы сейчас просто спустимся под пролет и посмотрим, как там люди работают. Но мы видим, уже стропы установлены для того, чтобы снимать вот эту вот конструкцию. Мы снизу тоже это проверим. Видим, что крановщик на своем месте. Это значит, что вот-вот будет продолжаться процесс. Но здесь мы видим ту консоль, которая вчера висела. И здесь на нее тоже навесили вот такую вот монтажную приспособу. Видим винтовые стяжки. Все закреплено. И сейчас идет обварка верхняя. Напоминаю, что здесь у нас работы все ведет компания ИМК. Это их конек.
этот пролет, это арка. То, что мы сейчас видим, это готовят пластину для временного удлинения тротуара, чтобы потом пустить сварочный трактор по этой пластине. Если вы посмотрите наши более ранние репортажи, вы увидите, как это все происходит. Для старта и для финиша трактору надо дополнительная площадка. Да, это я не совсем правильно назвал эти конструкции. Это все-таки подмости подвесные. То есть они ничего не поддерживают, кроме рабочего места для ребят-сварщиков. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на каждой проушине для крепления вант теперь появился призматический репер. Вчера я показывал вам процесс установки их. Это делают геодезисты. И еще раз говорю, для чего это надо. Для того, чтобы изучить поведение моста при процессе закрепления его на ванты. На самом деле это очень сложный процесс. Тоже кажется, что вроде бы ничего трудного нет в том, чтобы подвесить мост, но на самом деле там каждая ванта из 68 должна быть отрегулирована персонально, чтобы нигде не было короче, длиннее. И все это делается в соответствии с заложенным инженерами необходимым прогибом арки, с учетом биодеформаций, с прогибом пролета. В общем, все это крайне сложно. Сейчас мы находимся уже на Трухановом острове и обнаруживаем внизу под мостом еще составные части вот этих сложных обводящих консолей. Это самая-самая внешняя часть, тротуарчик, который будет идти вокруг арки. Их еще не успели поднять, но мы видим, насколько здесь много составных частей у них. И еще раз напоминаю, что здесь, с противоположной стороны и с другой стороны Днепра, готовится бетонирование шарниров арки перед тем, как опускать пролет на вантах вниз. Мы с вами сейчас испытаем лестничный подъем, спуск на мост со стороны Труханова острова. Тут высота такая достаточно большая, не знаю, наверное, метров 15-20. Заодно мы, пользуясь случаем, можем рассмотреть получше устойную опору, аналогичную той, которую сейчас строят на Рыбацком полуострове. Мы видим здесь та же самая ситуация. Со стороны Труханова подходят отдельные балки, которые несут метропролеты и автопролеты. С другой стороны выходит двухъярусная конструкция для метро и для автопролета сборная. И вот эта вот опора служит таким переходным элементом. Здесь мы видим, упирается все на свои подферменники, колонны, еще свои подферменники. Потом центральная часть некая забетонирована. И дальше уже выходит цельный пролет. И внутри, напоминаю, точно так же находится колодец. С этим мы видим аналогичные ворота снизу. Это все-таки для технического обслуживания внутри. А где-то там под землей либо уже заходят, либо будут заходить коммуникации. Мы спускаемся вниз. Лифтовая шахта. Не знаю, когда здесь появятся лифты. Какое-то время, я думаю, придется людям походить пешочком. Ну, на самом деле, я хочу вам сказать свои впечатления, что лестница, она хотя и имеет много пролетов, но она такая достаточно пологая. И людям с более-менее нормальной физической формой она не представит каких-то сложностей. Мы видим, сколько там внизу еще пролетов нам предстоит пройти. С вами поднялись вновь на мост, но уже на метропролет. И видим, как раз в шарнире арки ребята монтируют уже какие-то приспособления для последующего бетонирования. Еще раз возвращаемся к этому вопросу. Здесь также у нас работают ребята из ИМК, что свидетельствует их фирменные жилетки. И сейчас мы видим, у них тут сварочный аппарат,
газорезка, перфоратор, что-то они тут активно делают. Вот мы видим, сколько здесь анкеров Нельсона. В принципе, я вам это уже показывал, но тогда я еще не был 100% уверен в том, что оно будет бетонироваться, поскольку я все-таки не мостостроитель и полностью досконально технологию сборки мостов не знаю. Но теперь у нас уже есть об этом практически официальная информация. А мы с вами продолжаем двигаться по метропроезду мостовой части над Днепром. Все громче и громче слышны звуки болгарки работающей, потому что мы приближаемся к месту установки плит консольных. И сейчас мы посмотрим, как там идет работа. Снизу это самая интересная работа, которую обычно никто не замечает, но которая, ну, наверное, не знаю, 60% работы составляет по этой установке. Вот мы видим, ребята здесь что-то варят, что-то зачищают. Видно, свежезачищенные швы. Причем обращаю ваше внимание, что это те консольные плиты, которые, казалось бы, уже установлены полностью. Если сверху будет идти людина необъяснена, то, соответственно, им покажется, что здесь уже работы закончены. Тем не менее, мы видим вот следующие подмости. Похоже, что это как раз те подмости, которые были зацеплены краном. И сейчас... Да, точно, это специальные крепления отцепляют для того, чтобы краном эти подмости снять. Это значит, что на этой консольной плите уже все завершено и проведена дектоскопия ультразвуковая. Все принято. И с другой стороны мы видим аналогичные подмости. Это как раз на тех плитах, которые я вам вчера показывал, как последнюю из них кран держал. Сейчас там идет работа поверху, после этого ребята спустятся вниз.